Солнце, свежий воздух и хорошее настроение – главные составляющие каникул. В летнем оздоровительном лагере при школе номер 9 150 мальчишек и девчонок набираются сил перед новым учебным годом. 30 из них социально неблагополучные. В нашем школьном лагере посещают 30 человек, детей, которые состоят на разных учетах. В основном дети, которые стоят по семье. Мы работаем очень хорошо, вовлекаем детей в различные мероприятия. Это конкурсы, мастер-классы, где дети охотно и с удовольствием принимают участие. Старшеклассница Дарья Здановская – участница городской программы «Отряды мэра». Второй год девушка выбирает для себя вожатское дело. Благодаря Даше за 3 смены такие абсолютно разные ребята научились взаимодействовать, дружить и даже положительно влияют друг на друга. Я Машин сестры, я их с детства воспитывала. Мне очень нравится проводить время с детьми. У меня есть 3 ребенка из трудных семей. Самое главное – это уметь с ними общаться и иметь к ним правильный подход. Понять их ситуацию, чтобы они тебе открылись и доверились. Разные мероприятия у нас проходят, спортивные. Иногда к нам приезжают пожарные, когда очень тепло, и обливают нас пожарные машины. У нас было уже таких 2 раза. К нам приезжали кинологи, рассказывали про свою работу. У нас проходят мастер-классы, на них мы делаем разные поделки. Задача педагогов и вожатых, работающих со сложными детьми – помочь им построить дружеские и доверительные отношения не только друг с другом, но и с окружающими. С этой задачей вожатые из отрядов мэра справляются на отлично. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.